Время кончается. Четвертому пехотному нужна эта дорога. Первый и второй взводы нанесут первый удар по Кофини. Следом атакуют третий и четвертый. Шутер? Не мог он никого туда послать. Не переставай бежать. Просто двигайся за человеком впереди и продолжай бежать. Боже, их просто рвут на части. Поверить не могу, что я потащился по этой долбанной дороге. Вперед, вперед! Вставай, вставай! За мной! И не останавливаться! Лапай на ту сторону проведи! Куда? Куда? Разве не везувием было бежать на немецкие окопы? Возможно. Но я не думал об этом. Один из нас должен был перебраться первым. Это должен был быть я. Он прошел! Добрался! Он добрался! Я никогда не сдался! Выходим! В атаку! Развалили их! Выходим! Выдвигаемся! Вас снабдили зажигательными патронами. Вылечим в момент. Бегом, марш! Десантники, выходим! Бегом! Бегом, не останавливаться! Тело прежде всего! Сейчас найду! Десантники, вперед! Сейчас найду! Немцы отступают сюда, в Серый замок. Сначала мы должны уничтожить противотанковую артиллерию. Затем мы нейтрализуем артиллерию поддержки. После этого быстро возвращаемся и всеми силами осаждаем Серый замок. Давайте покончим с этим. Выдвигаемся. Мы под шквальным огнем! Уничтожьте противотанковые орудия! Нужно открыть дорогу! Молодцы! Теперь нанесем удар по их территории! Меня волнует только дорога! Десантники, за мной! Бегом, марш! Дело прежде всего! Нужно уничтожить ту артиллерию! Бог знает, что те орудия делают с нашими парнями на берегу! Они слева на нас! Несем потери! Укрывайся за стеной!
подразделение уничтожил. В ваше распоряжение поступают связки гранат. Весьма мощное оружие. Десантников потери! Слушаю приказ. Машина в пути. Машина отправилась. Вражеское подразделение уничтожено. Рота Бейкер получила светошумовые гранаты. Готовы, сволочи!
Сбавляйте темп! Мы еще не закончили! Настало время очистить серый замок! Все, парни, последний удар! Груз взрывчатки прибыл точно по расписанию. Задавил Уилсона! Солдат однажды сказал мне, что ты почувствуешь подходящее место для смерти, когда его найдешь. Ты четко осознаешь, что для тебя это не жертва, а лишь возможность. Решение будет простым. Решение тебе подойдет. Когда на весах сотни жизней, одна не имеет значения. Но иногда эта жизнь может все изменить.